интересное наблюдение. Северная трибуна здесь? Здесь, да? Отлично. Вот смотрите. Не-не-не, подожди, Камил, это не северная. Северная трибуна обычно громче. Да, северная трибуна вот здесь. Да, вот. Теперь горячо любимая Магомедом Исмаилом северная трибуна задвигает такой, значит, тренд. Ребят, что происходит? Почему мы всерьез рассуждаем про шансы Магомеда Исмаилова Владимира Минеева в бою? Мы за Володю болеем в первую очередь потому, что он реальный боксер, а Магомед вообще человек из вольной борьбы. И это абсолютно нездоровый тренд, то, что сегодня не боксеры, пришли в бокс и как бы здесь определяют новые правила. Ну, мы же все понимаем, о чем идет речь, что в боксе такой тренд сложился, что очень много блогерских боев и так далее. Северная трибуна возмущена. И при этом не верят в то, что Магомед может победить. Вот разные мнения, разные. Видишь, кто-то не шансы оценивает, а просто возмущается. Говорит, почему вообще эти люди, за каким они пришли в бокс? Но, ребята, из Северной трибуны, на минутку я вам напомню, что у Магомеда Исмаила уже 3 профессиональных боя по боксу. 3. И во всех 3 он одержал победу. Нет, вот я к Северной трибуне обращаюсь, хотел спросить. Разные там есть возгласы, которые кричит Северная трибуна. Будет ли вот это «молодцы»? Вот это будет, мне интересно просто. Так, периодически. Или нет? Да, почему бы нет? Да, вот как Северная трибуна. «Молодцы» Северная трибуна. Есть болельщики Магомеда Исмаилова среди вас? Нет, я понимаю, что нету. Я понимаю, что нету, окей. В данном противостоянии понимаю, что нету. Но вот это «молодцы» это будет? То есть как возглас в нашем противостоянии? Во, или «мага». Предлагаю, если бой продлится все 8 раундов и закончится решением, неважно, кто победил, это все равно, по правилам, скажем так, уличным, это ничья. Согласны? Если бой дошел до конца, неважно, кто больше ударов нанес. И вот чисто по-житейски, это ничья. Формально кому-то руку поднимут. Да. Я предлагаю Северной трибуне, или даже прошу, в полном составе покричать «молодцы». Если бой закончится решением, вы вообще как, готовы на это? Или это не в ваших правилах? Ну, можно, да. Да, можно, да. Подходите, пожалуйста. Только надо быстро, вы уже должно, у микрофона должно были быть. Еще раз, да, вводное. 8 раундов. Это тот самый человек, кстати, который говорил по поводу недобоксеров. 8 раундов, все заканчиваются, и вы просто скандируете «молодцы» обоим. Да, всех приветствую, друзья. Я хочу сразу обозначить, да, что Северная трибуна на этом бою будет поддерживать Владимира Константиновича по объективным причинам. Они есть. Вот, их несколько и быстро. Да. Первое, то, что Владимир Константинович четко определился, он является действующим военнослужащим, защищает нашу родину, и в целом поддержка Северной трибуны – это всегда поддержка тех, кто сейчас выполняет свой боевой долг. И каждую свою поддержку мы посвящаем этим воинам. И конкретно 20 июля у нас будет у Северной трибуны на секторе будет перформанс с баннерами в память Петра Константиновича Минеева. Вот. Касательно, если берем спортивную точку зрения, то ну, у нас, в принципе, практически каждый является представителем того или иного вида спорта боевого, да, имеет определенные любительские регалии. И нам в целом ближе поддержка Владимира Константиновича, да, как именно базового ударника. Вот. Поэтому мы будем болеть за него. Слышали. И все-таки переходя... Все, обозначили. Кстати, здесь у меня, знаешь, какой вопрос возник? Ну, думаю, быстренько по нему. А вот Вагап Вагабов, который сейчас проходит службу СВО, если он будет завтра с условным там Петром Михайловым, который не проходит службу на СВО, вы за кого будете болеть? Я так скажу. У нас вне турнирное время, чем мы занимаемся? Мы поддерживаем ветеранов боевых действий, мы посещаем госпиталь. И каждый турнир... На первых рядах у нас приезжают ветераны боевых действий различных национальностей. Различных. Отлично. Вот здорово. Вагап, смотри, сколько людей за тебя болеть готовы. Красавец. Ну и тем не менее, да, ваши аплодисменты. Тем не менее, давай добьем этот вопрос. Может быть, ты помнишь, если увлекаешься футболом, как много лет назад Роналдиньо забил
несколько мячей Реалу, и болельщики Реала ему аплодировали, потому что это было красиво, да? Это чистый спорт. Допускаешь такую ситуацию, что вы можете аплодировать Магомеду? Вот, Камил, вообще благодарим вас за приглашение на эту конференцию, но при всем уважении в одном из подкастов было сказано, что «Северная трибуна» придет на турнир и будет болеть не за Владимира Константиновича, а против Магомеда Исмаилова. Но это неправда. Мы никогда не приходим болеть против кого-то. Мы приходим только за кого-то. И мы четко знаем. Поэтому как бы мы за красивый бой, но в этом случае мы в любом случае за Владимира Константиновича. Нет, это мы же поняли. Молодцы оба бойца, которые показывают достойный красивый бой на уважение друг к другу. Спасибо большое. Нет, спасибо у меня вопрос. У меня. Давай. При условии, когда Магомед поедет на СВО, будете за него болеть? Вот когда это случится, вы нас пригласите на конференцию, мы обязательно ответим. Отлично. Все. Вага. Пообщайся с Магой после турнира. А я не знаю, мы, Дим, мы уже переходим. Да, мы бы уже хотели перейти к вопросам. Один вопрос я в прошлый раз в Ульяновске не успел. Хотелось бы, да, минуту. Всех да, приветствую, коротко, всем да. Здравствуйте. Вопрос по поводу поддержки. Мага, ты позиционировал, что ты поддерживаешь Палестину. Помнишь такое? Да, я хотел поинтересоваться, каким образом вы палестинский народ поддерживаете? Что вы для него делаете? Так, ребят, ну, минутку. Наверное, да, это, минутку. Наверное... Смотри. Ты это сейчас конкретный да. вопрос был. Да, это смотри, вопрос, был давай озвучен. Так сделаем, смотри. Публично. Во-первых, поэтому... я не понял, почему ты его из заметки читаешь? Ты что, забыл? Не-не-не. Да? Раз. Во-вторых, мы этот вопрос, если хочешь, давай, закончится пресс-конференция, будет пресс-подход. Напоминаю всем, что в 19.20 будет пресс-подход. Магомед Исмаилов, Владимир Минеев. СМИ могут в этот момент пообщаться и, думаю, должны. Вопрос... Да, это такого, это более индивидуального свойства вопрос. Данным... Если ты не против, у нас да, есть данным... пресс-подход. Мы подходим от Палестины к СВО, поэтому я хотел не-не-не, задать стоп. Вопрос. Нет, Палестина, Палестина и СВО друг к другу никакого отношения не имеют. Я этот вопрос снимаю. Мы находимся здесь, на территории, на понятной территории, да, выставка «Форум России». Поэтому давай так, это вопрос кулуарный. Я уверен, что маги есть что сказать, я уверен. Но я этот вопрос снимаю. Дим, можем мы с тобой? Я только рад, тем более, насколько я понимаю, уже установили личный контакт, и без да. проблем он тебе ответит. Да. Я так за понимаю... этим вопросом последует второй, третий, мы сейчас просто сильно в политику идем. У нас, окей? Да, у нас будет для этого время. Краткий вопрос. Поддерживаешь нашу страну, нашу Россию и то, что происходит на СВО? Все. Вот только на этот вопрос. Ответь, пожалуйста. Готовы помогать нашим парням и что-то делать? Потому что Владимир Константинович помогает, делает, у него есть фонд, и мы поддерживаем его, делаем все возможное. Такой же вопрос я хотел адресовать тебе, брат. Смотри, тогда я немножечко развернуто отвечу тебе, окей? Буду благодарен очень. Смотри, Россия, российский народ и украинский народ, это братские народы, правильно? Русский народ, украинский народ, братские народы, правильно? Но во главе Украины... Получилось так, сложилось так, что во главе Украины клоуны, сионисты и шайтаны, которые очередной раз показали свое лицо, поддержав геноцид, убийство детей и беззащитных детей, женщин Палестины. И вот по воле Всевышний Аллах скоро в расчете, и по воле Всевышнего руками России, если Россия сможет освободить, то есть народ Украины от этой грязной верхушки и не позволит стать Украине вторым Израилем, я буду только рад. Вот. Надеюсь, этот вопрос тебя устроил. Вполне. Александр Гатадзе, пожалуйста, есть несколько вопросов. Буквально у нас, да, немного времени осталось. В конце концов, да. У нас сегодня еще будет официальная часть. Да, ну, во-первых, добрый... Только добрый... не если, а когда. Приветствую всех, друзья. А у нас в этот раз музыка или слово аплодисменты? Давайте. Да, шум, да. Блядь, немножко. Стоп. Не, пока не даем. Готовы? Там надо так поймать. В Махачкале, когда это происходило, я привел им пример. Фильм был «Танцор диско». В Махачкале просто все его знают. Когда он так... В Ульяновске что-то люди не в курсе были. Вот. В Москве тоже в курсе. Я так понимаю. Мы сейчас вот это запустим. Давай, 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 шевелись.
снимай уже до конца. Просто давай уже, блин, давай, посмотри, снимай, Камиль. Да, ну давай, Камиль. Два чемпиона мира. Сколько ты чемпиона мира за Володю? Я 93. Два чемпиона мира за Володю? Я весь. А я сколько? Покажи чемпиона мира. Готовы? Я готов. Я предсказываю, что Мага выиграет. Вот если он подготовится, все будет хорошо, если не чувствуете. Давайте посмотрим, как при чем тут если? Ну как при чем? Нет, ты говоришь, если он подготовится. Нет, ну судьба же бывает разная. Нет. Если оставляем. Завес, ты же голосовал завес. Давай так скажем, да. Все. Так, у нас тут раньше времени может бой начаться? Можно я прокомментирую? Да. Мы установили весовую категорию 92 килограмма. Все. И вот потом будете догадываться, о чем они говорили. Загрустил, да? Ага. Твое время еще выйдет. Ты вот в этом плане ты номер один. Вот это настоящий тестостерон. Всю конференцию я видел, каким пламенем азарта горят твои глаза. Вот на утро, в случае победы, ты станешь по-настоящему счастливым человеком? На 2-3 дня, да. Я буду 2-3 дня счастливым человеком. А потом мне снова нужно приступать к подготовке. А вот если случится так, всякое бывает, что боя по ММА не будет. Ну так может быть, по какой-то причине. Нет, если я выиграю по боксу, боя по ММА будет. Вот увидишь. И Владимир все для этого сделает. Третья уже пресс-конференция. Не устал ли от такого, знаешь, тура? Нет, я не устал. У меня такой азартик сейчас, потому что все это закончилось, осталось выйти в ринг, правильно? Вот, и я максимально сейчас азартен. Первый раз, когда мне сказали, что у нас будет такой пресс-тур, то есть три пресс-конференции, я думал, блин, я же люблю сразу все выкладывать, сразу бам-бум-бам-бам-бам, все сразу накидал. Я думал, как это будет выглядеть. А потом я все же таки понял, что можно связать три пресс-конференции, то есть можно что-то взять от первой, поговорить об этом на второй, взять что-то из второй и поговорить об этом на третий. Вроде все сложилось лучше, чем я себе представлял. Учитывая, что это три пресс-конференции, мне казалось, что после первой нам не о чем просто будет говорить. Но мы все время говорили. У меня такое чувство, если будет еще две, мы эти две тоже поговорим, как бы. И отдай должное, как бы, ведущему. Я же боксер. Вот прямо сейчас я забыл его имя. Дмитрий Шнякин. О! Дмитрий Шнякин. Да, он, кстати, нормально разгоняет, подогревает. Иногда даже как раздражитель выступает, как бы. Иногда так хочется так по печени ему разочек щелкнуть. Но это и хорошо, как бы. Магомед, а что за короткий диалог был, когда микрофоны уже не работали? А, микрофоны не работали в этот момент? Нет. Так. Ну, я сказал, готов. Я говорю, я буду очень сильно газовать. Я говорю, очень сильно буду газовать. Ты готов, Вова? Он говорит, готов. Я говорю, тогда будем газовать вместе, я говорю, в ринге. Он говорит, нет, говорит, я на бензине, говорит, двигаюсь. Я говорю, на 95-м, он говорит, нет, сотый, говорит, заливай. Я говорю, вот и посмотрим в ринге. И я что хочу сказать. Если когда-нибудь вы увидите противостояние Вагапова и Магомеда Исмаилова, у Вагаба будут наисерьезнейшие проблемы в ринге. А потом я его подниму и скажу, братик, я же тебе говорил. Будем надеяться, что такого боя не будет. Да, не надо. Магомед, вот ваш бой с Вагабом чем-то может напоминать бой, который вчера прошел, Александра Волкова и Сергея Павловича. Смотрели этот бой, какие вообще впечатления от него остались? Мне нужно было смотреть на противостояние Сергея Павловича и
Волкова. Но в один момент я подумал, да они 100% они в ринге, ну, имеется в виду в клетке, вот, когда спаррингуют, они также друг другу накидывают. Потому что, ну, вот верите вы мне или нет, когда я спарринговал с Вагабом, у меня с уха кровь пошла, да, ну, чтобы вы понимали, да, то есть весомость ударов, которые мы наносим друг другу, как бы в спарринге. Если вы посмотрите наш спарринг с Вагабом, да, который у нас проходит в зале, то вы не захотите смотреть больше профессиональный бокс. Потому что это очень жестко. Я подумал, ну, наверное, Волков и Павлович также жестко работают, наверное, и в спаррингах, в тренировочном своем каком-то кемпе. Вот. И получилось так, что они встретились в UFC, и Волков, возможно, преподнес что-то новое, чего там не ожидал Павлович. Хотя я считаю Павловича одним из самых устрашающих тяжеловесов вот на сегодняшний день в мире. Да, как сильный нокаутер, мощный, правильно, он, траектория ударов вообще непредсказуемая, просто он не смог подобрать ключи к Волкову. А Волков был стратегом в данном противостоянии, учитывая, что его еще причесывали, да, в перерывах. Это вообще, ну, говорят, вот был такой боксер, есть он, Дюран, знаете, да, то один из лучших, ну, лучший легковес, наверное, за всю историю, и он, его причесывали в перерывах, чтобы психологически воздействовать на оппонента, типа, что у него даже прическа не подпортилась, знаешь, он с такой прической выходил на каждый раунд, с такой ровненькой прической, вот. И я подумал, наверное, Волков взял и от него такое, ну, такого рода воздействие психологическое на своего оппонента. После боя, когда Сергей толкнул Александра, не удивился ли вот ты этому потоку? Немножечко удивился, но сразу я пришел к тому, что это эмоции. Ты после боя ты испытываешь такие эмоции, что, ну, можешь повести себя в определенном смысле непредсказуемо где-то. Знаешь, но сразу после боя можно чего хочешь ожидать как бы от своего оппонента. Например, с Шлеменко была ситуация, когда я пытался его там обнять, там пожать руку после боя, но он так реагировал, и кому-то показалось, что это какое-то неуважение, но на самом деле нет. Это эмоциональное состояние после боя, оно может быть разным. То есть сразу после боя нужно дать какое-то время человеку отойти и так далее, а после уже он проявит себя так, как проявит уже по-настоящему. То есть мы уже не сможем списывать что-то на эмоции. Они пожмут руки? Я думаю, да. Вот, а как думаешь, Волков этими всеми шутками перед боем, он смог забраться, может, в голову Павловичу? Да я не увидел там что-то такого, от чего можно было там забраться в голову прям там оппоненту. Да, ну, вот, я не знаю, это уже у Павловича надо спросить. Возможно, что-то, что, мне кажется, не может повлиять на Павловича, на него повлиять может. Это у него надо поинтересоваться. Потому что, как по мне, там ничего такого страшного не было. Что я чувствую, ощущаю, когда смотрю на Магомеда Исмаилова, ну, что у нас будет хороший бой. Реально видно, что он будет делать все то, что он говорит, но это вот в боксе так не работает, как в ММА. И я вижу, что они немножечко... Ну... Такое есть понятие рассудочный барьер, когда думаешь, что знаешь, а на самом деле, ну, много еще чего не знаешь. И бокс это не это искусство, это не просто выйти и подраться, и газовать, да. Тут как бы бокс это не шахматы, тут думать надо, знаешь. Владимир, тебя поддерживала сегодня, как и всегда, Северная трибуна. А вот ты как думаешь, эта поддержка мощная, она на Магу как-то давит? Знаешь, я думаю, что и у Магомеда есть довольно обширная аудитория, которая будет поддерживать. У них вообще, по-моему, какой-то конфликт. И, ну, на мой взгляд, это то, что Магомеда, наоборот, как-то мотивирует, да? То есть не думаю, что это сильно оказывает на него психологическое давление, но мне приятно, что за меня болеют парни, что за меня с разных общественных организаций. Ну, допустим, там, за меня будут болеть ребята из Махачкалы. Также за меня будет болеть там, Северная трибуна, Русская община. Все парни, которые служат в 58-м батальоне спецназа, тоже будут за меня болеть. Ты говорил, что вы с Магомедом уже, ну, не враждуете, а, грубо говоря, сейчас можно сказать, что друг другу услугу оказываете этим боем, то есть друг другу помогаете. Что вы на одной стороне, можно сказать так? Мы все на одной стороне. Вот что ты чувствовал, когда узнал о бой Волкова и Павловича, и смотрел ли ты его? Я сегодня смотрел этот бой с утра.
просто потому, что действительно я знаю и одного, и второго. Как бы с Сергеем мы были в одном клубе, с Александром мы оба каратисты и знакомы достаточно неплохо. Не скажу, что я за кого-то болел, но я был приятно удивлен той работой, которую над собой провел Александр. Он, мне кажется, качественно вырос. Не то, чтобы я там против Сергея, но мне кажется, что был сегодня просто не его день. Павлович. Эмоции Сергея тебе понятны после боя? Нет. Мне абсолютно непонятно, что там произошло. Я это комментировать не хочу. Мне просто не очень было приятно то, что два русских пацана там в Америке что-то не поделили. Ну, просто чисто по-человечески. Мы когда в Калмыкии или в Калмыкии писали интервью, тогда у тебя дочка только родилась, ты ее даже не успел увидеть. Вчера, позавчера как... был год. Вот. Как сейчас с этим обстоят дела? Удается ли видеться с семьей, с дочкой? Это на самом деле сложная тема, и когда дети растут далеко от тебя, и ты с ними видишься там, с большими перерывами, это, конечно, всегда требует привыкания и для них, и для тебя. Мы так получилось, что у меня была возможность, и мы побывали в Питере и отметили год дочери. Да, первое время, конечно, испытание. Вот. И жена даже сказала, ты, наверное, из-за того, чтобы с ними не сидеть, на СВО записался. Ну, действительно, там тоже там, все не так просто. Вот. Но это, ну, как бы, это же мои дети, и это, ну, такое. Могу сказать, как все отцы, у которых дочка появилась, да. И дочка — это другое, это что-то более нежное и трепетное, чем сын. К сыну все равно другое отношение. И чем дольше их не видишь, тем больше любишь.